Ребят, всем привет, и в этом видео я вам расскажу о покупке игр через Аргентину. Абсолютно каждый день, а может быть и через день, я вижу вопросы про Аргентину. Как же купить игру через этот регион? Ну, потому что так дешевле. К примеру, новая игра от Remedy стоит там 900 рублей вместо 4000. Ну, вы чувствуете разницу, да? Скажу вам сразу, игры через Аргентину вы не купите, если вы не имеете банковских карт Украины, Беларуси и Казахстана. Раньше этот способ можно было провернуть через Россию, но вы этот способ прикрыли. Если вы находитесь на территории Белоруссии, Украины и у вас есть карточка, то все окей. Сейчас объясню, как вам можно купить игру через Аргентину. На консоли меняйте регион на Аргентину. Русский язык можно оставить. Далее через VPN вы ставите регион Аргентина и начинаете раздавать сеть. Это можно сделать через телефон или через ноутбук, кому как удобнее. Далее вы просто добавляете свою карточку, вводя при этом абсолютно все данные под аргентинский регион. То есть у вас не может быть такого, чтобы вы ввели карточку и писали свой собственный адрес, типа из Украины или из России. Нет, адрес должен быть исключительно аргентинский. Просто вбейте любой адрес в интернете и просто его скопируйте туда. Один момент о картах. Карта должна быть привязана только к одному аккаунту, поэтому заранее ее отвяжите. После того, как вы привязали карточку, вы раздали VPN через телефон, просто купите нужную игру. Не спешите устанавливать игру. Поменяйте регион обратно на Россию, отключите VPN и просто скачайте игру. И все, игра ваша. Для тех, кто плохо воспринимает информацию на слух, я оставлю это все в комментариях. Суть этого способа кроется в том, что карты Украины, Казахстана, Белоруссии каким-то образом позволяют покупать в других регионах. Через российскую карту это просто не проходит, поэтому на территории России с картой российской, естественно, это дело не пройдет. Да, я недавно читал, что по какому-то хитровым ебаному способу все-таки можно купить через Россию, но, увы, я такого способа не знаю. Насколько я знаю, многие, кто живет в России, покупают игры через Аргентину именно через посредника. Просто находите проверенного чувака, самое главное, проверенного, и просите его сделать эту процедуру за вас. То есть, чтобы он поменял регион, настроил VPN и купил вам игру через функцию «Подарить как подарок». Очень важно, если вам купили игру с другого региона, то вы не сможете ее активировать просто так. Для этого нужно будет обязательно применять VPN, ставить заранее регион, в котором была куплена игра, и активировать либо через Xbox, либо через сайт Microsoft прямо на телефоне, и тогда у вас код заработает. Если вы в курсе, как покупать через Аргентину именно через российский регион, то обязательно напишите об этом в комментариях. Очень интересно почитать, как это делается. Буду очень признателен. Про баны. Да, я многое читал об этом, говорят, что иногда банят за это, типа нельзя злорадствовать покупками, но на самом деле это лишь байки, и каких-то доказательств этому не было, поэтому делайте это на свой страх и риск. Но, насколько я знаю, многие покупают через аргентинский регион, и все всем нормально. Вот как-то так, ребят. Если вы вдруг знаете какие-то другие способы экономии, напишите их в комментариях. Также не забывайте поддерживать канал своими пальцами вверх, подписками на канал, и большое спасибо за просмотр. До новых встреч!